Ну что ж, господа, всем-всем-всем огромнейший привет. Мы начинаем очередную запись нашего замечательного сериальчика по замечательной игре. Это GTA 5 RP. С вами же, как всегда, ваш товарищ снайпер. Я сказал это или нет? Блин, не помню. Так вот, я нахожусь на данный момент в гордом одиночестве. Парни мои находятся за пределом карты. Если я вытяну... Продержусь первые 4 минуты тут в гордом одиночестве, то я им скажу примерно, куда им нужно заходить, чтобы с какой позиции будет лучше. Вот. Ну а пока в обстановке, видите, мухи-шмухи летают. Получается, мы подъехали. Абсолютно все места, все точки заняты. То бишь, где-то засейвиться нету варианта никакого от слова совсем. Поэтому я остался здесь в центре, прям в эпицентре этой карты, для того, чтобы посмотреть ситуацию, где будут стычки. Я примерно уже знаю, какая семья где находится. Сейчас покажу. Здесь стоят Коломбо, здесь на берегу стоят Дивергенты, здесь Рублевые вместе с Армпрайдом стоят. Все, больше вариантов... Так, здесь Армпрайд и... Как их там называют-то? Ешкин, Матрешкин. Ладно, неважно. Вот. Поэтому, как говорится, ждем вариантов. Надеюсь, свезет, надеюсь, повезет. Но делайте ставки, господа. Сколько я проживу. Сразу говорю, в самой жопе, в самом эпицентре, вокруг... В радиусе там 50 метров в любую сторону находятся большие группы людей. Притом там большим количеством, большим составом семьи находятся. Вот. Вот кто-то ездит, разведка тут все шарится, смотрит. Надеюсь, ко мне не будет заезжать. Или заезжает ко мне. Непонятно. Понятно, ни хрена. Так, ну кто-то подъехал, кто-то заглушился. Ну и в очередной раз говорю, надеюсь, получится засейвиться. Узнаем. Либо я проживу буквально первые 10-15 секунд этого безвара, и этой записи вы не увидите. Либо чуток подольше проживу, сообщу своим ребятам, куда им заходить, с какой стороны. И, как говорится, получится отдать свою жизнь не просто так, но хотя бы одного за собой забрать. Просто так не сдаваться. Так. Армпрайд с Рублевыми схлопотались. Это он на той горе сзади меня. Бизнеса получается. Так, Коломбо с этими дивергентами. Тишина. Сейчас я со своими разбьюсь. Не налево. Там, так, стоп, не флудить это. Рублевые с Армпрайдом схлестнулись. Армпрайд умирает конкретно. Коломбо с дивергентами, тишина, пока это не схлестнулись. Ну, по звукам. Рублевые идут на первом месте, 2600. Бизнесмены что, не видно? Нет, они еще не зашли. Тихон. Армпрайд там... Все, Армпрайда нету. Стрельбы нету. Коломбо с этими не стреляются. Короче, Рублевые съели армов. Диверы. Коломбо, как будто в союзе, они даже это, не пере... даже одиночных выстрелов между ними не было. Подходите ближе все. К мосту, народ. Я не пойму, на машине или что? Рублевых много, у них по 10 очков им летит. Понятно. Это понятно, то, что их много. Ну там, сейчас, как всегда, Леонора Винцетти это накидывала всем.
О, прикиньте, у меня инвентарь перестал работать. Ёбаный. У меня тоже. Тише. Одиночная какие-то перестрелка была между диверами. А, нет. Не форсируйте, стойте, не форсируйте, подожди. Так, рублевые с кем-то зацепились. Бизнесменами. Думаешь? Бизнесмены зашли, да, зашли бизнесмены. Все, они отлетают потихоньку. Все, давайте ближе туда, потому что ребята... А, подтягивайтесь туда, где бизнесы зашли. Что это? Ох, они пачками отлетают. Заходим, заходим. Где бизнес? Со мной, за мной идите. Так, ну рублевых стало меньше. Рублевых уже прям... если они сейчас друг друга покосили неплохо, рублевых там уже человек 7 не больше осталось. На гору. Пас дивергенты справа, если что. К диверам на берег не идите. Да, понял. не идем. Где бизнесмены зашли, туда идем. Угу. На гору. Так, диверы зацепились. А бизнесмены как зашли? Подожди, они так и не поняли. Подожди, диверы зацепились. Можете к диверам идти, это снизу. Они обратно спускайтесь. Быстрее. Время. Прям хороший бой идет. Диверы выигрывают. Быстрее, ребят, заходим. Еще 2 минуты. Да успеем. Давайте. Это сразу вниз падайте, этот. Заходите вниз. Вниз, толпой, заходим вниз. Все на этот. Зона, начинайся. Дальше зона, смотри, нет. Дальше машины. Нет, она здесь должна. Да, дальше машины, зона. Здесь должна быть. А, вот. Все, стоим. Спина, ёпты, блядь, спина, ну чё вы, блядь? Ну ёбаный рот, ну одного не могли разобрать. Там диверов забрать осталось. Стоим. Взяли? Зашли? Да. Зашли. Идем. Заходим. Идем. Стоим. Здесь занимаем позицию. Коломбы бегают по центру. Левее возьмите, левее, спрячьтесь, левее. Че, больше никого нету? Вы все умерли? Живые, бать, погоди. Ты же сейчас там умрешь. Сука! Уебок колумбовский, блять, гандонищий ебаный. Слил. Давайте дальше прям проходим, левее берем. Левее, за мной, быстрее, все сюда. Сюда, все. Сюда. Кармашек, все в кармашек. Уебки, вайки. Так, чекаем. Ну что ж, 4 минуты продержался я. Вверх, смотрите. И никого не забрал. На пляже никого. Идем дальше. От души. Добрый день, сними фотку. А ты куда хочешь идти, на гору что ли? Там дивергент, вот тьфу, там колонка. Вверху. Сверху. Право-лево, смотрите. Так, ну не знаю, есть ли смысл оставлять это 8 минут. Вряд ли. Проходите. Так, чисто для справки. Так, чисто для так, справки, убили. Возможно, оставить. Проходите дальше, ребята. Если по просьбам пусто. Будет в комментариях под каким-либо видео, что проходите. Выкладывай этот все, короткий безвар. Это какого? Вагончики занимаем. В котором нет, оружие возьми. В котором нет никакого экшона. А, о, прошу, а что же налево, бери. Да что же они так следят-то, орёт? Забрал. Назад беги. Бегу. Занимайте красавец. Вагончики. Лево-право, смотрите. А вон на пляж справа есть. Направо есть. По центру там есть тоже колумбик один. Давайте. А вот слева есть, короче, слева по центру, ребята, куда вы идете? Слева, Димон. А, Нику верни. Демида убил Леонора. Вансети убил. Ну как всегда. Слева убил. Сзади влево она убила меня. Сзади вас слева. Без читера никуда. Леонорка всех.
Всех положить? Слева обходят, по берегу идут. Так, Леонок, да, я могу вам больше сказать. Вы посмотрите, сколько он настрелял, там по-любому с десяточек будет. Сука, читер, ебаный проеб. Да ты завязывай, это не читер. Это просто скилл парень, это киберкотлета. Как он, сука, блядь, за вагоном нахуй для меня убрал, блядь. А да, багаюзер он обычный, нахуй, надо бить. Не багаюзер он. Опять крашеное оружие, нахуй, проеб. Так вот, я не знаю, оставлять не оставляйте, если комментарии будут под следующим видео, что да, выкладываю мало. Это скрытое. Они все друг друга перестреляли, дивергентов уже не должно быть. Вы забрали дивергентов? Дивергентов 2 человека всего. Мы их забрали. Вы Коломбо их забрали? 3. Молодцы. Дивергентов нет. Коломбо там тоже постреляли, дивергентов постреляли. Коломбо 3 и Рублевых 2, говорю. Ну, красавчики, вам осталось добрать. Сколько вас-то осталось? Леонора нас... всех убила. Нормально нас осталось, нормально. Нас 7 человек. Ну вот, забирайте. Аккуратно только, пицца. Да-да, Леонорка там всех рычает. Только где? Я уже не вижу никого. Да не важно. Сейчас вас киберкотлета выцепит и потом... откатом... Да, все равно вы же не будете отката запрашивать. Один, почему там побежал туда налево? Не бежи туда. Не беги. Я запрошу. Я не знаю, да, оставлять, да, дождаться результата осталось, а, но до результата еще достаточно долго. Есть, молодец. Или слушать. В тройку вошли? Нет. Нет. Нет еще. Еще 6 минут 48 секунд. А там никого не осталось, кто вот первые были, они сейчас в тройку зайдет. Рублевых один. Коломбо. А, так один Рублевый остался, пацаны. Так это Леонорка так осталась. Это Леонорка. Леонорка осталась. Толпой двигайтесь. А, и сразу цепляйте. Да, все вместе. Коломбов нету, а Леонорка одна осталась. Да, давайте пойдем, пойдем, ребята. Одного только нужно затушить. Да, да, да. А кто третий? Тихонько. В смысле, вы? Все, семером против фотографии. Никого один, нет, да, 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 он один. Чел. Давай, давай, потащите. Только все ходите вместе, пожалуйста. Мне кажется, он куда-нибудь на гору убежит. Вот видите, как разведка хорошо он работает. На горе, на горе. На горе, да? В голову стреляет. На горе. Где именно? Там, Масите. Где пальма большая по центру, видишь? Я ему голову настрелял. Вон там бегает сверху. Вон за травой, вон. Блин, мне даже самому стал интересен результат. Тушите все вместе. Тушите, тушите. Пушим, пушим. Идем, идем, идем. По центру слева, справа. А, кто-то слева агрит, справа обходят. Несколько Блядь. Человек справа. Слева просто снял, агрите. Снял. Все, все, убили. Красавчик. Еще идет. Еще очки идут. А, нет, подожди, еще один зашел. Ну, это твинкарный. А, все, спал. нет очков, все. Все, нет, у нас все, 5 минут. Все, собирайте эти самые, собирайте парашюты. У нас 5 минут. Да. А парашюты везде, собирайте. Везде растягивайтесь и ищем. По всей карте. Вот что значит вовремя поданная хорошая разведка. Угу. Что, там уже все отписаны? Да. Мы на третьем месте, у нас 5 тысяч не хватает очков. Ебать. Парашюты, 10 парашютов. Парашюты ищем и все. Успеете, ищите, у вас людей много. А сколько у вас, семеро? 7. Ой, нормально, 7 человек. Пятеро. А, уже 5. Ну, 50 будет, добыть. Давайте еще 500 тысяч. Сейчас занят. Нормально. Ну, подожди секунду, тихо. Так, всех, кто сейчас АФКшит по штату, быстро едем на Безвар. Зачем? Зачем? А, бля, они уже не зайдут. Уже не зайдут еще. Все, отмена, да. Нахуй. Я, блядь, думал, что еще 4 минуты такой, блядь. Да не хочу. Блядь, пизда. Нам не хватит час... времени. Не на те часы блядь, смотрел. Нас мало. Ну, пробуйте, пробуйте. Пробуйте, каждые 30 секунд падают ящики, пробуйте их собирать все. А, я вижу, я бегу. Распределитесь, распределитесь. Вижу, вижу, вижу. Вот, мы на втором. Давайте, давайте, чуть-чуть осталось. Рублевые сколько очков? Да все, они сдохли. Нет, да сколько очков у них? А, 10 580. Угу. Че, на больке больше никого нет? А сколько времени осталось? 5 минут. 4 минуты. 4 минуты. О, успеете, успеете. Вы что, гоните? Успеете? Да не успеем. Да хрен успеем. Попробуй. Там может быть такое, что один берешь, кто берет парашют? Не хватит. Бери. Взяли, взяли. Красава. Еще. Еще 4 тысячи. Еще 4 этих какого, и все. Да, это мужики. Еще 8 ящиков тогда. По 500 очков. 8, да, 500. Ага. Не успеешь. Не успеете, скорее всего. Ну, плюс лишь еще так дается, очки идут, тикают, может быть. Ну, хотя их там мало сейчас вам дается, там очков по 5, да? 5, давайте. 5 очков. Блин, мне же самому интересно.
результат. Возьмут парни, не возьмут. Кстати, можете сейчас тоже, блин, в комментарии остановить, поставить на паузу и написать, попадут, наберут или не наберут. Да, больше не откисает никто пока наших. Вот. Наберут они или не наберут. Блядь, парашюта очков. Нет, дела. По берегу бегите, ищите. Я бегаю по берегу. Он раз в минуту... А, все, вижу его. Раз в 30 секунд. Раз в 30 секунд он падает. Вроде я еще возьму. А, дай лови. Красава. Еще 3000. Может, вы тетельку должны как-то, по идее. Тетельку, да, должны выиграть сейчас. Не факт. Можете да проиграть. Не-не, может, сейчас выиграем. Самое главное, чтобы 3000. Все парашютики забирать. Просто вообще прям везде бегать. Вы по два забираете парашюты или по одному? По одному. А как ты по два заберешь, если он один падает? Вот именно. В этом, на аэропорту два падают вообще. Чего? Нет. Нет. Нет? Нет. Всю жизнь по одному раз в 30 секунд. Или раз в минуту. Кто-нибудь посчитайте сейчас, кто-нибудь успеет посчитать? Да, там раз в минуту. Просто бегаете, чё вы этот самый? Сколько у вас очков сейчас? 7300. У этих... 10-500. 10-580. Вижу парашют. Лови, давай. Пока ты еще будешь забирать, оно быстрее будет падать. Мы не успеваем, не успеем. Что-то мне кажется, мы не успеем, да. Ну, то мне тоже так кажется, что два парашюта или один не хватит. Вы хорошо распределитесь по всей территории, потому что там в последнюю секунду, по-моему, еще один падает. Прям вот перед концом. Там за минуту под конец падает и перед концом падает. Угу. Нам 2500 не хватает, минуты 30 осталось. Должны взять. Mm-mm. Нет. Нет, не 2500 очков это остается. Mm-hmm. Было бы человек, не знаю, 8 хотя бы 9. Да. Yeah. Парашют вижу. Ловил и. Он сзади вас там, блять, мне надо через забор обходить. Да я бегу. В центре. Да не ссыте, все равно он раньше времени не пропадет и не упадет. Красава. Бля, последняя минута. Кукачка. Вот два этих. 8. Нам бы парашютика 4 было бы охуенно. Блин, нам бы еще 3 парашюта. Это 45 секунд осталось. Это фиаско, блядь. Пиздец, как. Бля, ну так сливать на самом деле не обидно. Да не обидно. Да и наоборот, именно обидно. Если бы Леонорка наших бы не покрошила бы, я думаю, мы бы взяли. Да, нас бы больше было бы сейчас нормально было. Все сдохли, кроме одного, это Рублёвый. Чего надо банить навсегда? Да сна. Какое, подожди, его нужно не знаю, в какую-нибудь в лигу киберкотлет отписывать. Mm-hmm. Ты чё? Блядь, да мне хватает, блин, тысячи очков. Тысячи всего не хватает, 10 секунд. Ну, как я и говорил. Блядь, обидно. Вот как я и говорил, дерьмо. Это такой ценный кадр пропадает, а? Ужас. Ага, как он бы с позором вылетел оттуда с этих киберкотлет. Блин, нам ровно 1000 не хватило. Ровно 1000. Леонор в ансете 21 человека. Ладно, кто госки, садитесь себе в этот фиолетовый каршуринг. Вот вы мне объясните, как? Так, осталось до работы доехать, блядь. 21 человек убил Леонора. Да. Сколько, блядь? 21! О, да, да точно, да, ребят, пацаны, надо... Блядь, а пусть откатик даст на вот это 21. Да. Сейчас его не банят, надо на другой вообще сервак идти. 21 людей вы что, гоните? Ну это уже явно, короче. Да, конечно, это, ему и до Соляру этого банили за что-то. Ну вот так жалоб-то на него нету. Запрашивайте откат. Ну Кок, садись. Да я сяду в этот наш. Пускай аннулируют результаты. Мне еще домой надо доехать. Ну вот, господа, я думал, человек 15 настреляет, а нет, ошибался. 21 человек был убитым. Это вообще жестко. Кстати, не знаю, можете в комментариях тоже оставить... Все сели, нет? Оставить коммент насчет этого. Вообще реально в такой мясорубке настрелять 21 и, можно сказать, остаться последним на карте, да? Ну, реально это или нереально? Ваши комментарии. Все, господа.
Всем добра. Ну и скажите, зашло это видео или не делай больше таких видосов, как бы, ну, неинтересно слушать, как там кто-то говорит и где-то идет стрельба, не видя всего экшена и всей картинки. Не знаю. Ставим комментарии, это самое главное. Ну и лайкосики не забываем. А кто первый раз смотрит это видео и не подписан, подписываемся. Всем добра, господа, и до новых встреч.